Доброе утро, мои дорогие. Просили меня девочки показать, что у меня есть в наличии. Вот показываю, что есть в наличии. Дыши, дыши. Тут камушек, гавлит и стекло крашеное. Коричневое вот это вот стекло. Он такой прям какой-то кофейного цвета. Вот такая вот штучка. Камень это называется африканская кровь. Перевода я не нашла. Он такой вот серый, темный, с вкраплениями красного цвета. Где-то прям серые полупрозрачные. Вот такая вот штучка. Это медь, фурнитура тоже медь. Анечка худенькая, поэтому у нее так пониже висит. Так, если шея будет потолще. Попробуй так маленько это сам. Повыше. Вот. Вещь современная. И красивая, не побоюсь этого слова. Это такой агат. Большой камень потемнее. Остальные такие светленькие. Вот, а тут вот длинненькие. С этой стороны. Нравится? Звуковое оформление. Такие вот. Вот такие розовые с бабочкой. Сами такие по себе скромненькие, а бабочка это такой прям акцент. Винтаж такой. Вот такая вещь этническая. Ну, это стекло кракле с такими трещинками. Так, и серьги. Стразики. Вот такая красота. Они здесь, наверное, может, не передают, но они тоже такие бусинки, как с трещинками внутри. Они в два ряда сделаны. Это не длинные, а два ряда.
Ну, а это коралл. Натуральный. Подвеска Непал. Вещь дорогая. Как люди любят говорить, дорого-богато. Вот это тоже вот африканская кровь. С птицей счастья. Да, у нас весело, да. Рычат и гавкают. А это яшма мукаид. Вот такой жгут. Очень благородный камень. Не зря яшму называют королевой камней. Каждая крошечка отдельно на пимочку накручена. Потом вместе все это собирается. Так. Ну, вот это, ну, малахит. Понятно, что он искусственный. Что малахит стоит бешеных денег, да его уже и практически нет в разработке. Ну, тоже такая этническая вещь для тех, кто любит. Фурнитура медная, вот эта штука тоже медная. Так, ну здесь у нас что? Белый агат, вот этот большой. Вот это вот из ракушки бусинки. Четыре штучки. А дальше идет стекло. Стекло вот очень интересное. Вот это вот. Ой, не видно, наверное. Вот оно так сделано, как будто шапочка на нем надета. Но на самом деле это такие бусины. Вот. Нежненькие. Скромненькие. Вот такое украшение. Это стекло с гальваническим покрытием. Вот оно. Красота. Я не знаю, что это за камень. Он с друзами, ну, с такими вот, с отверстиями. Вот, вот с такими.
дырочками. Но очень хорошо смотрится, мне прям самой нравится. И вот такая подвесочка, или как она называется. Дышите, девочка, дышите. Ой, Аня прям все замрет. Вот такая. Я красивая. Животом. Да. Ну, это такой современный стиль. Хай-тек, скажем так. Да. Это пластик, но пластик не из России. Вот такие, как вот сказать-то, большие кусочки, между ними маленькие. Так, это у нас, я не знаю, это фарфор или фаянс, что это? Честно говоря, не знаю, там птичка на веточке, видно, не видно, в цветах. Вот, а бусинки, они идут от светлого к более темному. Вот. Необычная такая штучка. Но сейчас это модно. Цвета хорошо сочетаются. Так что... Вот еще одни розовые. Тут камушки лабрадорита серенькие, которые такую иризацию дают при свете. Вот одна прям видно, подсвечивается. Тоже такие нежненькие. Ну вот, а это мне больше всего сочетание нравится. Бирюзовые, вот такие всякие медовые цвета. Ой, тут чего только нет. Сердолики. Вот они. Стекло, янтарь. Вот эти мелкие крошечки, это янтарь. Натуральный, советский. Были у меня накопления, но закончились. Ну, зато вот такая красота. Это янтарь необработанный. Ну, просто на цепочке. И вот еще одно украшение такое минималистическое. Вот это индийские агаты, они граненые. И на цепочке с такими шариками.